Какой бы красивой ни была искусственная елка, а все равно хочется настоящую, хотя бы маленькую. Я покажу, как сделать ее из лапника. Разрезаем большую еловую ветку на маленькие кусочки. И очищаем от иголок основание. Вот так. Теперь нам понадобится симпатичное кашпо и зеленые флористические губки. Их можно купить в магазине для цветоводов. Помещаем одну губку в кашпо, от второй отрезаем треть и примеряем сверху. Примерно вот такой высоты должна получиться елка. Ножом срезаем углы, чтобы придать форму конуса. Ну, примерно вот так. Как вы правильно догадались, в губку я буду вставлять лапник. Но сначала ее надо замочить. Но не просто в воде. Добавим сюда половинку таблетки аспирина, чайную ложку сахара и щепотку соли. Даем губкам напитаться раствором. Аспирин препятствует размножению бактерий. Соль и сахар – это питательные вещества. Благодаря этому елка долго не будет терять иголки. Выстилаем кашпо пакетом, чтобы влага не вытекала, и устанавливаем обе губки. Скрепляем их вот такими деревянными шпажками. Вот теперь можно вставлять лапник. И начнем мы с макушки. Разместим тут самую красивую веточку. А теперь формируем низ и будем постепенно подниматься кверху. Вот что у меня получилось. Елка ровная, пушистая, как настоящая. Осталось только украсить ее. Ну, кто скажет, что елка не настоящая? Выглядит как живая и даже лучше. И не забывайте 2-3 раза в неделю поливать елку водой. Тогда она долго будет украшать ваш дом. С наступающим праздником!